Андрей Воробьев награжден почетным знаком Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации за заслуги в развитии конкуренции в России, сообщает пресс-служба губернатора. За большой вклад в развитие конкуренции и внедрение уникального опыта по реформированию контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд почетным знаком Федеральной антимонопольной службы за заслуги в развитии конкуренции в России награжден губернатор Московской области Андрей Воробьев, говорится в сообщении. В Московской области разработаны трехлетние дорожные карты восстановления инфраструктуры военных городков. Соответствующие дорожные карты уже представлены в правительстве Московской области всеми муниципальными образованиями, на территории которых имеются военные городки, переданные на баланс от Министерства обороны. Воспитанник детского образовательного центра «Дельфин» Евгений Рылов примет участие в летних Олимпийских играх, которые пройдут в Бразилии с 5 по 21 августа. Путевку на Олимпийские игры Евгений получил благодаря тому, что выполнил олимпийский норматив на чемпионате России, который проходил с 16 по 23 апреля в Москве в бассейне спорткомплекса «Олимпийский». Кроме того, спортсмен стал победителем в индивидуальной дисциплине 100 метров на спине. Сегодня в 20 часов 15 минут на нашем канале в прямом эфире выступит начальник управления ЖКХ администрации Ленинского муниципального района Александр Черемных. Тема эфира – месячник благоустройства. 23 апреля – областной субботник. Вопросы можно задать по телефонам 541-25-40 и 541-25-25.